две сестры. В целом мире нет красивее две сестры. Беларусь и Россия. Торжественное открытие ярмарки продажи белорусских товаров на территории Южного Мола состоится во вторник, но уже сегодня здесь масса сочинцев и курортников. Работает и культурная программа. Все дни работы ярмарки продажи на сцене будут звучать белорусские мотивы. Колорит Братской Республики представлен обширно. Лучшие предприятия из 7 областей Беларуси привезли продукты питания, трикотаж, обувь, постельное белье. Можно здесь приобрести известные и любимые сочинцами молочные изделия. Возможно, все эти товары останутся в Сочи и после закрытия ярмарки. В рамках форума регионов одна только Брестская область планирует заключить договоры на 30 миллионов долларов. Один из них – это прямой договор между Березовским мясоконсервным комбинатом и Сочинским мясокомбинатом на 1,5 миллиона долларов. Я надеюсь, что взаимный обмен товарами и товарооборот будет расти. На данный момент по этому году Брестская область и в целом Российская Федерация – это примерно 1 миллиард долларов. Но мы рассчитываем, что в будущем он удвоится, а затем и утроится. Поэтому все похожие ярмарки, все то, что будет организовываться, только на пользу. Сегодня ярмарка продажи только открылась. Еще не все производители успели разложить свой товар. Но продажи и дегустации никто не отменял. Молоко, творог, печенье, колбасы находят своих покупателей. Подобные ярмарки, отмечают в городской администрации, являются местом притяжения сочинцев и туристов. Это также интересно для бизнеса. В рамках этой ярмарки 16-17 пройдут круглые столы, деловые встречи между бизнесом Сочи и белорусским бизнесом для того, чтобы посмотреть, и, может быть, данное праздничное мероприятие вырастет или вольется в долгосрочные деловые отношения. По уже доброй традиции, каждое деловое мероприятие, проводимое в Сочи, сопровождается различными праздниками. На курорте развивается событийный туризм. Вот и на этот раз, помимо ярмарки продажи, 16 сентября в Олимпийском парке на площади Медал Плаза состоится концерт легендарной белорусской группы «Сябры». Начало в 19 часов. Вход свободный. Галина Моисеева, Инга Габеша, Борис Осин, телекомпания ФКТ.